Всем привет, вы на телеканале Питовка ТВ, и сегодня мы с моей подругой Соней открываем вот такой мой подарок на день рождения. Мне еще не исполняется 10 лет. Это такой замок Кристальной Империи, коллекция Explore Equestria, исследуем Equestria. Вот пони наша, Каденс, ее дочка Флори Харт. Тут у нас написана информация о вот этом коде сердечко и приложении My Little Pony. Здесь показано 16 аксессуаров. Вот. В этом замке еще показано, что он 56 сантиметров в длину. Высоту. Высоту. Давайте откроем. Нет, вот так. Можно? Можно. Наверное, можно и достать. Соня, давай ты пока достанешь, а я посмотрю на наши инструкции, как нам собирать все же, а то сложновато. На инструкции пила нам вот эта показана часть и это. Сейчас мы все открепим для начала. Так, сейчас. Тут все очень легко, но требует... Соня, там тоже, наверное. И наверх. А, да, вот, смотри, вот так вот. Нет, вот так делать сейчас. Да, да. Сейчас. Так, сейчас прикрепим все, а то тут. Да, сейчас. Вроде бы да, вот, держится, да? Вроде бы так. Второй ход нам надо вот это, у какой-то детали отсюда. С лесенкой. Да, 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 с лесенкой. Не видела? Вот она, лесенка, кажется. Не вот это, Кать? Не, вот это, кажется. Или... На инструкции показано вот это. Да, вот сейчас так надо определиться, как ее надевать. Кажется... А вы вот что подсматриваете там, где уже собрано. Подождите-ка, мы сейчас соберем. Это как-то странно собирается. Не спешите, девчонки. Я просто вот не понимаю, как это выглядит. Вот смотри. Смотри. Тут вот так. Да, надо вот так. Нет, мне кажется, вот так. А тут такие. Да. Подожди-ка. Во, вот это, наверное, сейчас. Сейчас, мне кажется, я неправильно сделала. Вот. Вот так, вот там, где тут. Вот она крепится, где вот тут, кажется. А вот, дочка, вот сбоку крепится. Да, мы не то. Сейчас мы все сделаем. Хорошо, сейчас, Соня. Подержи, пожалуйста. Вот это мне тут как-то не очень получается. Ну, вроде как-то... Не-не-не, правильно, вот, смотри, сейчас тут. Да, да, но внизу. Да, внизу вот... я поняла. Мы не с того начали, смотри. Видишь, тут зацепочки, сейчас мы... Видишь, сейчас? Надо раз. Все замки почему-то сложно собирать.